Всем привет, с вами Евгений Соловьев. Как я уже говорил в предыдущем выпуске, что у меня есть партнер именно по клубу, по форуму, с которым когда-то вместе делали непосредственно этот клуб, создавали. Его зовут Дмитрий, он работает у официального дилера Шкоды, занимается продажей автомобилей непосредственно. Ну и человек увлеченный, которому интересно то, чем он занимается, да, то есть непосредственно автомобили Шкоды, какие-то изменения, еще что-то. И он мне начал сейчас присылать какие-то видео с новой Октавией, то, что его заинтересовало. Я смотрел на них, думал, в каком формате это все можно подать. Потом понял, что единственный нормальный формат, который могу подать, это просто запустить его наблюдения, да, одно за другим, для того, чтобы вы вместе с ним смогли посмотреть на те нюансы, на которые он обращал внимание. Ну и, соответственно, понятно, что это будут какие-то коротенькие ролики. Вот сейчас Дима снял Octavia A8 на подъемнике, посмотрел, что там поменялось с точки зрения там защиты и двигателя, бензобака, балки и так далее. Ну и плюс подснял несколько интересных моментов. Я, соответственно, этот ролик сейчас запущу, вы сможете тоже его посмотреть. И обязательно напишите в комментариях, интересны ли вам такие вот небольшие маленькие обзоры. Я не знаю, может, там где-то сиденья новые вышли, где-то еще какая-то фишечка. Если интересно, то, соответственно, я буду просить Диму для того, чтобы он их снимал, мне присылал. И буду выпускать такие вот коротенькие видео. Появилось отверстие для вентиляции. Такая хитрая теперь. Губа с какими-то дырочками. Есть отверстие туда. Защита подрамника осталась такими же. Здесь все зашито. Это у нас подрамник. Защита стала пластиковой. Ну и защита балки. Вот она идет сюда и уходит туда. Это у нас ручник. Аккуратненько там включить колесики, да? То, что все хотя бы залито на нее антифором, и это идет прям сплотную к щиткам. Большой вопрос с диском. Вот здесь полка, вот она будет набиваться всякой фигней. То есть вот она, здесь целый палец. Так, новые вещи под капотным пространством. Вот эта планка смешная, металлическая, но она здесь появилась. Нет вакуумника, то есть здесь теперь нет привычной большой такой тарелки. Вот эта вещь появилась, но она нам всем хорошо знакома. Изменилась форма блока. Также у нас поменялась форма расширительного бачка. Ну, газовые упоры, естественно, на всех автомобилях. Шумоизоляция тоже стоит на всех машинах. Теперь замок открывается поворотом ручки налево. Это, соответственно, замки справа и слева. То есть теперь замок двойной с вот такими хитрыми ответными частями, которые утапливаются. Друзья, очень жду обратной связи, насколько вам интересны подобные ролики. Ну а с вами был Евгений Соловьев. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч. Пока.